Медведь – самый крупный хищник на Земле. Это животное относится к классу млекопитающее. Отряд хищные. Размеры тела достигают 3 метров и вес до 800 килограмм. Обладают медведи мощным телом, сильными когтистыми лапами, массивной головой. Передвигаются на 4 лапах, изредка встают на задние лапы. С виду являются животные очень массивными и неповоротливыми, но при этом способны бегать быстрее человека, развивая скорость до 60 км в час. Медведи являются лесными животными, хотя могут встречаться также и на открытой местности. Тут его и встретили зимой проезжающие на снегоходах экстремалы. Запрещенные кадры этой встречи мы показали в нашем закрытом канале. Переходник в шапке профиля и комментариях.